Впервые на телевидении. Знали бы вы, как мы рады вас видеть. Я рада, что приехала. Убегая от кошмаров прошлого, они приехали в глухую деревню. Мы забыты, похоронены. Мы снова погружаемся во тьму. Пропал ребенок. Жереми Дюпон, 8 лет. Вы ничего не сделали! Вы всего лишь пешки! И вас всех съедят! Но даже не подозревали, что настоящие кошмары. Когда в деревне ложатся спать. Только начинаются. Он ловит детей, чтобы их откормить. А потом съесть. Это все твои фантазии. Ты же понимаешь. Бойся темноты. 3 апреля в 20:15 на канале «Киноужас».